Добрый день, дорогие друзья, любители видеоигр. Это канал Максимадзе, и мы продолжаем играть в Red Dead Redemption 2. Ну или сокращенно RDR 2. Короче говоря, чего мы сегодня будем делать? У нас есть целых 5 выборов. Капец, 5 выборов. 5 вариантов на выбор. И что бы нам выбрать? Дача или... Давайте к даче как-нибудь попозже. Я сначала хочу выбить... Я хочу сначала к Мэри Линтон отправиться. Она нам прислала письмо. С долгом разберемся потом, ладно? Почему бы и нет? Да, рассказчик. Рассказываешь сказки там свои. Капец, я думал, что это... Вот там какой-то рассказ интересный будет рассказывать. Однажды вечером я думал, сейчас интересная история будет, а потом я перебрал виски. Господи, господи, че сейчас послушал, я не понимаю. Где Андрес? Кто-то стащил твои часы. Да, какой ты бедный, бля. Андрес, вот, а, вот ты где. Мэри Бет, видимо, бывшая возлюбленная Артура. Хочет, чтобы я с ней повидался. Ну, давайте. Почему бы? Нет? С долгом мы еще успеем разобраться. С Датчем, Хози и Хавером тоже успеем еще разобраться. Точнее, не с ними, а с ихними делами. Мэри Бет у нас вроде недалеко. Не то чтобы недалеко, но... Нельзя сказать, что долго. Ой-ой-ой, разворачиваемся отсюда. Сваливаем нафиг отсюда. Пойдем по другому пути. Пойдет по другой дороге лучше пойдем. Вот... Когда мы наконец-то найдем этого Удрискола-то, а? А то эти парни не отстанут от нас точно. Лучше пойдем по другой дороге. Блин, а это... Или дороги в одно и то же место ведут. Там бандиты скачут, может быть. Блин, может не по GPS уйти, а там, где я сам могу. А, ну ладно, можно и так. Во всяком случае, это обходной путь все равно. Не будем обязательно по дороге идти. Будем идти по горочкам. Вот и Валентайн где-то здесь уже. А, нет, это не Валентайн, это просто дом какой-то. А вот, вот он, Валентайн. И вот за Валентайном Мэри Бет где-то живет. Давай, поднажми немного. Удрисколов, скорее всего, нет в Валентайне, потому что тут законники же. Они не будут просто так кого-то убивать. Едут дорога. Здесь. Надо бы мне еще бы запомнить, как они выглядят. Удрисколы эти. Приехали. Хороший домик. Yes. Да? Простите, мэм, я не хотел вас побеспокоить. Я... Мисс Линтон принимает гостей?
Сейчас узнаю. Мисс Линнон, вам пришли. Здравствуй, Артур. Мэри. Я узнал, что ты с друзьями здесь и... Да, понятно. Где, как там его? Он умер. О, да, сожалею. Я тоже. Уже давно? От пневмонии. Да, очень печально. Так значит, ты... Теперь вдова и приехала сюда, чтобы отыскать меня, так? Не совсем, Артур. Вот оно, чё. Я... Моя семья. Мне нужна помощь. То есть твоя семья всегда на меня смотрела свысока, да? Ты просишь меня помочь? Я своим младшим братьем. Джейми. Джейми мне всегда нравился по сравнению с остальными. Он разбил папе сердце. А у него было сердце? Эй, не заставляй меня умолять тебя. Мои деньги, вот моя жизнь. Да и я сам. Вы посчитали, что я вас недостоин. Мне нам нужна твоя помощь. Джейми подался к чешуитам. Там. В эту сомнительную религиозную секту. О, как я занимаю. Они ненормальные, Артур. Они убьют его. Ты единственный, кого он послушает. Значит, принять мне вашу семью, это слишком. А прийти ко мне с просьбой спасти вас, это вообще в самый раз, да? Да, извини. Я пойму, если ты окажешь мне в помощи, но... Я часто о тебе думаю. Что было, то прошло. Умоляю тебя, Артур. Мне кажется, стоит дать Джейми жить своей жизнью, а не тем кошмаром, что папаша для него дал. Джейми такая чистая душа, Артур. Прошу тебя. Ты мне поможешь? Ну хорошо, давайте. Где он? Наверное, где-то неподалеку от Кармадидал. Владелец этого раньше сказал, что видел Джейми в Карабленском лесу. Просто верни его, Артур. Если найдешь его, приведи ко мне на станцию. Хорошо, если будет время. Я перед тобой в долгу. Ну, естественно, я не сомневался. Ты уже давно передо мной в долгу. Вперед, Андреас. Найдем этого мальчика. Где он обитает? Ой, разыскиваемая территория. Погнали. Прям туда. Я помню, что это за задание, и оно мне не очень мне нравится, честно говоря. А, вот здесь, на этих горах. Давай, поднимайся, пожалуйста. Вон на вершине. На вершине той горы. Прямо здесь. Как подняться на нее? Чешуня. Чешуня. А что такое чешуя? Ни больше, ни меньше, чем слово. Теология. Джентльмены, защитный панцирь, защитный панцирь, защитный панцирь. Могу я поговорить с мальчиком? Артур? Привет, сынок, твоя сестра очень волнуется. Сэр, мальчик выбрал свой путь, путь к истине. Ну, его сестра просто хочет с ним поговорить. Артур, я выбрал путь. Мальчик выбрал свой путь, и он выбрал спокойствие души. Какой вы выбрали путь, сэр? Наверное, я веду поиски еще.
Все мы ведем поиски. Поиски — это суть чешуизма. Как вы думаете, что мы ищем? Не знаю. Спокойствие. Спокойствие и здравый смысл. Джейми знает правду. Но, конечно, можешь поговорить с ним. Да, вот именно. Ваше учение так замечательно. Я могу чем-то навредить, да? Не пойду с тобой, Артур. Идем, поговоришь с Мэри. Тогда и решишь. Оставь меня, могу я, Артур, я не просил о помощи. Не, подожди. Стой. Не убегай так лихо. Ой, осторожно. Давай, Андреас, лети как ветер. Они тебя просто используют. Твою мать. Он удерет сейчас. Стой, подожди, я его уже из виду потерял. Скорее всего, я проиграл в этом задании, потому что я его даже не вижу. А, вон он бежит. Выносливости не хватит, наверное, чтобы добежать. Подожди, пожалуйста. Да, блин, не тормозит такая. Пожалуйста, беги. Надо было выносливость повышать у лошади. Да, извините, мистер. Эх, не догоню, наверное. Выносливости нет почти. Может, если только срезать дорогу. Давай! Лети как ветер, пожалуйста. И не тормози. О, нет, сейчас его поездом собьет. Ух, наконец-то. Ой, только не тормози в катсцене еще. Артур, прошу тебя. Я взрослый уже. Я нашел себя. Нашел призвание. Да ты еще ребенок. Ты совершаешь большую ошибку. Я не собираюсь служить тебе. Ты бандит. Оставь меня в покое. Они хорошие люди. Предупреждаю тебя, Артур. Оставь меня в покое. Не надо, парень. Убери капушку. Предупреждаю тебя, Артур, я... Больше не хочу жить. Эй, успокойся, малыш. Оставь меня в покое, как... Как же катсцена тормознула, а? Поедем, как твоей сестре. Окей. Ничего, парень, ничего. Я ужасно сглупил, да? Не знаю. Я мало знаю об этом. Но мне одно ясно. Искать лучший мир — это не позор.
Я по тебе скучала. А вы с Мэри сильно? Снова милуетесь? Эх, нет. Это уже в прошлом, сынок. Блин, кат-сцена с поездом так тормознула вообще сейчас. Извините меня за это, но, блин, компьютер у меня слабоват для этой игры. Не то чтобы слабоват, но не справляется с некоторыми вещами. А тем более еще и запись. Еще, тем более, когда еще и записываешь. Чешуйня, зачем ты подался к ним? Они ко мне были добры, они хорошие. Не сомневаюсь, только не говори, что ты давал им денег. Конечно, давал. Они живут только за счет пожертвований. О, господин Джейми, ну ты даешь вообще. Я просто хотел верить, что произойдет что-то хорошее. Теперь эта мечта идет на дно. Вместе с черепахами, да? Заткнись, пожалуйста. Отец все твердил, из тебя ничего не выйдет. Ты не мужчина. Я должен был спастись, я больше не мог с этим мириться. Да, извини. Твой отец тиран и трус, не слушай его. Не смей так о нем говорить. А что я должен... Твою мать. Это что было вообще? Я ничего не понял, блин. Походу, лошадью придавило его. Блин, ну это капец было вообще. Я не вписался в поворот и врезался прямо в перила в эти. Андресу ничего не оставалось, как прыгнуть, но прыжок получился неудачный все равно. Интересные моменты же все-таки случаются в этой игре. Так, ну что, готов увидеться с сестрой, а? Слезай. Боишься с ней встретиться, да? Да, встречался уже сегодня. Конечно, я много чего обрежу в этом задании. Долгое получилось задание. Джейми! Вернись домой. Прошу тебя. Отец и печали. Отец и понятия не имеет, что такое печаль. Но я вернусь домой, ради тебя. О, мальчик мой, дорогой мальчик. Идем. О, Артур. Спасибо. Рад тебя видеть, Мэри. Я тебя, Артур, тоже. Нет, ты никогда все-таки не изменишься. И я это знаю. Ну, я этого и ожидал, блин. Я чувствую себя одновременно счастливейшим человеком в мире и полным идиотом одновременно. Эта женщина сбивает меня с толку и обводит вокруг пальца, как никто иной. Я надеюсь не выставить себя последним идиотом снова, но подозреваю, что так выйдет. На золото причем выполнит. Кто у нас есть еще? Предлагаю отправиться теперь уже к Томасу Дауну и выбить из него долги. Выполним это задание, и на сегодня достаточно будет, наверное. Или может еще к кому-нибудь сходим. Ну и чего ты шагаешь? Давай,
Лети как ветер. Постарайся только не сбить человека. А их тут много. Ладно. Тут эту поездку я тоже обрежу. Чик-чик. Так, добрались. Вроде бы. Ну и где там? Штраус говорит, что он пронырливый. И сейчас мы посмотрим, насколько он пронырливый. Я и не с такими разбирался еще. Даунс, где вы? Не в этом домике ли случайно? Закрыто. А, вот ты где. Мистер Томас Драус, вы должны мне денег. О, нет, я не... Мистер Даунс, мы благотворительностью не занимаемся. О! Ах. Прошу, у меня семья, сэр, прошу вас. Мне плевать на твою семью, вообще плевать. Да такого... Давай, не будем давать. Поверьте мне, сэр, я с ним этого не хотел. А ты не такой уж и правильный, да? Раз бегаешь от своих долгов, да? Я никуда не бегаю, я делаю все, что могу для вас. Да что ты говоришь, а? Где? Ты скользкий маленький гад. Я тебя поймал. Где бабки, я тебя спрашиваю? Прошу, прошу, проявите милосердие, прошу. Штраус сказал, что тебе нужна взбучка, хочешь сказать? Что я прав? Чем это поможет? Ну, вот значит, тому есть причина. Ты занял бабки у моего партнера Гера Штрауса. Ты ему задолжал. Ты взял деньги. Он хочет получить долг назад. Что тут непонятного-то? Где наши бабки? У меня их нет. Ну так продай дом. Мы должны больше. Или продай жену, или сына, кто-то, что у тебя там есть. Мы не занимаемся благотворительностью. Это тебе ясно? Томас. Ну и чего уставились? Я говорю, на что уставилась, а? Мой муж нездоров. Если вы только могли. Да, я уже сказал. Мы не занимаемся благотворительностью. Отдайте наши деньги. Хорошо, что мне самому не пришлось в лагерь добираться. Так. А теперь можно почистить его? Можно. Капец, какой грязный вообще. Ау, как успехи? Да не очень. Он при смерти. И положение у них, в общем-то, бедственное. Вы поступили глупо, одолжив им деньги. Ну, тем людям мои предложения не особо интересны. Да, разумеется. Так, ростовщицтво и прочие грехи. Отлично, отлично, да. Сколько вот я сейчас записываю, понятия не имею.
Ну, наверное, на этом мы тоже закончим. Короче говоря, с вас лайкос, подписывайтесь, с меня эпичный видос. Подписывайтесь на мою группу ВКонтакте. Ну и всем пока.